Я лично хорошо знаком с генералом Заманой. Так. На меня он производит впечатление очень порядочного человека. А генерал Замана дал два суперрезонанснейших интервью изданию «Гордон», которые наделали много шума в провластной верхушке украинской. Он озвучил целый ряд фактов, на которые надо было давать ответ. И вы вспомнили сейчас Александра Турчинова. В интервью мне, в большом развернутом интервью мне, Александр Турчинов очень много посвятил времени Владимиру Замане и его интервью изданию «Гордон». Я не специалист, я не могу судить. Для этого есть суд, который скажет, виновен Замана или не виновен. Но есть моменты, которые меня смущают. Их много. Во-первых, слушайте, 5 лет прошло. То что, 5 лет готовили, чтобы под выборы приговор Замане попытаться сделать или что? Что это? 5 лет надо? Ну, если он агент и враг, хватайте сразу. Человек живет в Киеве, не прячется. Раз. Второе. По поводу присяги и по поводу перевода работать в Украину, ну, надо изучить тогда, как это происходило тогда, когда в Беловежской пуще президенты, руководители 3 государств, Украины, Белоруссии и России, там были протоколы соответствующие о том, как поступать с людьми, которые уже учатся в высших военных заведениях. Это надо все тоже посмотреть и изучить. Третье. Не похож генерал Замана на агента ФСБ, даже тем, что рассказывал мне о том, как он обнаружил специальный разведывательный буй российского Черноморского флота, который считывал информацию в Крыму до аннексии Крыма. За год, по-моему, не хочу врать, надо посмотреть. И он поднял этот вопрос. Агент ФСБ не поднимает такие вопросы. Есть много у меня вопросов по поводу вопросов к Замане. Я буду наблюдать, конечно же, за этим процессом, потому что, повторяю, у меня Замана, на меня Замана производит впечатление порядочного человека, патриота Украины.